Летнее солнце будет радовать всех казахстанцев до конца этой недели. Температура воздуха плюс 30 градусов тепла. А затем ожидается постепенное понижение. Днем плюс 20, плюс 25, ночью плюс 10, плюс 15 градусов тепла. Местами дождь. Это первая декада месяца. В 10-х числах сентября придется и вовсе убрать летние наряды и приготовить осеннюю куртку. Столбик термометра ночью покажет плюс 1, плюс 6 градусов тепла, местами 2 градуса мороза. Днем плюс 11, плюс 16 тепла. Затем постепенное повышение температуры воздуха ночью до 4-9, на севере области 1 тепла, днем до 16-21. Конец месяца будет таким же переменчивым. Сначала постепенное понижение температуры воздуха до минус 1, минус 6 градусов мороза ночью, днем до плюс 11, плюс 16 градусов тепла. А затем вновь повышение ночью до 0 и плюс 5 градусов, днем до плюс 16, плюс 21 градуса тепла. Количество осадков за месяц ожидается около нормы. Норма 22-34 мм. Дождь ожидается в середине первой декады, в начале второй, в начале и в середине третьей декады. Гроза в середине первой декады. К слову, самая высокая температура в сентябре была в 2003 году. Тогда столбики термометров показали плюс 34 градуса тепла. А вот самый низкий показатель зафиксировали в 1955. Тогда температура воздуха составила минус 6 мороза. Диана Салихова, Казбек Иргбаев, МТРК.